Жители страны поддерживают глав районов и просят Майю Санду отказаться от своих амбиций и позаботиться о здоровье людей. Говорят, это важнее любого политического принципа. Договариваться всегда лучше, чем спорить и воевать. Понимаете, люди должны договариваться на этой земле, иначе мы идем в пропасть. И если она считает, например, Ангелу Меркель высокой женщиной, то пусть хотя бы берет пример. Надо заниматься нынешней ситуацией, вот этой пандемией, а не болтать и не устраивать заграничные туры. Начать работать, в конце концов. Когда были выборы, и что она сделала? Ничего, абсолютно. Лучше бы подумали, где бы устроить еще больницы и места, и вакцинацию, возить вакцины. Больницы переполнены, больницы. Да, везде аж в районы везут. Надо серьезно к этому отнестись, обязательно должны встретиться. В конце концов, должен же закончиться этот кризис в нашей стране, должна быть власть. Что повторные выборы, ну я так чувствую, что приведут к тому же самому раскладу в парламенте. То есть опять продолжится беззаконие и все остальное.